Я не очень хорошо отношусь к ремейкам, скажу типа, прямо. Фильм выдающийся, конечно, «А зори здесь тихие», и «Поезд» вот, великолепный, и фильм выдающийся, и тема, которая там затронута, просто безграничная. Если ее сделаю талантливо, а что такое талантливо? Бережно. Бережно, без компьютерных игр, без показухи, без ура-патриотизма, а именно бережно расскажет об этой великом подвиге, великой трагедии, я за. Но я по своему опыту знаю, что всяческие ремейки песен... Вот я слышал миллион ремейков песни «Yesterday», а первая все-таки лучше.